Всем привет на канале Дендробен из Сталинграда. Как всегда, коротенькое видео. Время подходит как бы в заготовке корма на зиму. Вот сейчас я готовлю корм для маточника. О составе корма мы сообщали в ролике тезер дробилки немного о корме. В принципе, состав практически не изменился. Вот все мои составляющие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И девятый, куда от них деться в отрубе. Вот. Вот все я это дело взял. Вот так помешал. Все, что у меня есть, вот здесь вот. Ну, рушеная там и пшеница, и ячмень, а все рушеное. Вот. Ну и заодно сделаем тест вот этой вот, вот этого прекрасного аппарата. Это мукомолка Акита. Как она работает, просто чудесно. Я сейчас немножко, чтобы много не шуметь, вот покажу. Телефон близко, камера, шума, в принципе, здесь не очень много. Ну вот, класс, что получается. Вот это вот дело я буду зимой кормить и малечка, и маточника. Выгон немножко иной. О выгоне, что я делаю на выгон, я уже говорил неоднократно. Выгон, основную роль будут играть вот эти отруби. Раньше я их не молол. Но теперь через эту мельницу прекрасно все смалывается и прекрасный получается корм. Вот сейчас еще одно. Ну, тут вот этих 5-6 тазиков я высыпаю в корыто. Ну, я не знаю, какие-то минуты. Я даже не засекаю. Но мне очень это дело нравится и червячку. Мы уже как бы работали с ней, уже кормим червя. Я перемалывал остатки, которые у меня были отсевы. Раньше, значит, я дробил дробилочкой, отсеивал то, что оставалось. Еще раз дробил до 3 раз. Сейчас с 1 раза все прекрасно получается. Мне это дело просто нравится. Все, всем пока, счастья, любви, здоровья, удачи. И терпение в нашем нелегком деле. Пока.